Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир и Тритройки. Мы с вами продолжаем проходить игру Doom The Golden Souls 2. Так, у нас с вами, по идее, 22-я серия. Ну и попёрли. Так, давайте сейчас. Прошлый уровень мне очень сильно понравился. Это достаточно было забавно. Чили. Ну, перед этим мы с вами заглянем в магазин, возьмем, затаримся всякой лабудой. Этого дровосека. Так, что у нас? Жизни это... Ой, как у нас деньги-то уходят, а? Ни хрена себе, хочу вам сказать. Что-то слишком уж опустился-то я тут в финансах. Ладно, блин, а вот это что за снежное? Ебать! Слушайте, друзья, я скольжу? Чё за нах? Обалдеть. Но очень атмосферно. Смотрите, снеговичок стоит. Давайте мы с вами напишем Марио 22. Надеюсь, он не кусается. Не. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ни хрена себе. Опасно. Это еще что за нахрен? Это как? Ах ты, катастрофа, меня заморозит. Сука. Блять, что за блядство такое? Блять, стоп. Как такое возможно? Как такое милое королевство превратилось? Видишь, ему в череп надо было стрелять. Сука. Чё? Ребята, он утонул, реально. Ой-ой, как много. Кто это тут орёт-то? Опа! И грохнул его, тварь вонючая. Блин, слушайте, тут и импы какие-то странные. Ух ты, ёперный театр. Вы звоните, что ли? Да они тут чудры уже будут, чё этот, Вы гоните, что ли? Пидоры, заебали. Нет, плохая идея, очень плохая. Thank you.
Слушайте, блядь, ну ладно, подудим. Ожидал больше. Их убрать оттуда. Так, теперь этого сбоку. Теперь можно его засеять. Блин. Это не то, ёп. А водичка-то она ледяная, наверное. Монетки нам очень нужны. Мы как-то сильно опустились. Нихуя себе. Тут написано, что вода очень холодная и может стать причиной моего замерзания. Ой-ой-ой! Вы гоните? Вот так у нас. Проход закрыт, точнее заморожен. Ладно, идем дальше. О, смотрите, что там у нас. Здесь что-то должно было быть. Не, наверное, здесь ничего не должно, просто перепрыгнуть. Ну ладно, пойдемте. Надеюсь, там что-то. Блин, тут маленькие очень островки такие. Вообще полетит, полетит точно, точно. Скелет, мадафака, мадафака. Блять, да ты плыть-то можешь, сука, блять. Это пиздец. Да. Бля, ну зачем так делать? А, да. Нихуя себе.
Блин, пиздец. О. Надеюсь, без фокусов. Скрудж. Пошел ты. Нихуя! Вы видели? Да. Блин, это только те взрываются, ни хрена себе. Подогнал мне. Никогда не догадался, что монета может быть. Стоп. Ни хрен на себе. Мне здесь дудить надо. Что готов. Внизу. Ладно, снеговики, блядь, тут проруби. Что еще тут вообще будет? Ой-ой-ой! Стопэ. А, мне показалось. Делать, ладно. Отлично. Опачки, а как это понимать? А это что? Я зажал кнопку прыжка, и он... Нет, нет. Да ёб твою мать, а! Что ж ты такой... Конечно. Ну, как же иначе-то?
А, ну слушайте, мы же здесь можем просто поменять. Стоп, а? Еще этот с гранатомета. Ой, блин, а вот. Ну, у нас полный. Надо не забыть, что у нас тут валяется добро. Похоже, как будто из Данки Конга, но я точно не могу вам сказать. Но очень атмосферно сделано, просто потрясающе. Блять, вы что, гоните, что ли? Да. Даже подумал, я уже ошибся. Смотрите сверху, красота-то какая. Неописуемая. Ты что, дурак, что ли? Сам себя замочился. Я не могу брать сердце. Ох ты, ёпта! Да, вот это я прохерачил. Так, стопэ. Закрыто, 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 назад. Мать твою. Ладно, я оставлю. Это что еще?
Смотрите, здесь что-то есть. Ну вот не зря мы оставили сердце. Подтерли. Блять, ну это подстава вообще просто жесткая. Хватит колотить, а? Прям лобешник. Пизду тебя. Золотая пушка хорошая. А они-то откуда у меня есть? Стоп. Так, ладно, давайте выйдем отсюда. Я так могу выйти. Так, давайте посмотрим. Ломать мне эту стену не могу. Через верх. Брешь в стене должна же быть какая-то. Фак. Еще раз давайте посмотрим. Так, ладно, давайте посмотреть что-нибудь еще. Что это такое, блядь? Ну ладно. Бля, я вот тут не просто же так все это дано здесь.
что-то ел, не хватает. Впервые вообще вижу, что тупик. Я в замешательстве, не в таком небольшом. Ну, дверей-то здесь точно нет. Ну, что-то пропускаю, видимо. Слушайте, ну, блин, застрял, конечно, застрял. Сверху тоже ничего нету. Хреново, что могу сказать. Здесь-то все по-старому. Я уйду сюда. А, стоп, смотрите, у нас там еще. Bye.
супер. Подождите, у нас же есть вот еще что. Давайте просто эти штуки посмотрим. Короче, ничего интересного. Блин, уверен, что где-то что-то нажать надо, но где? Там тоже вроде ничего нет. И почему меня импы видят, здесь не видят, а вот здесь они, бля, видят? Как это можно понять? Значит, здесь что-то есть. Блин, здесь надо как-то ее опустить. Включается что-то. Только ничего не происходит. Thank you.
Ладно. Да, честно говоря, тупанул. Вот прям темно так. Увидел, да, пришлось посмотреть на видео и увидел, что здесь проход есть. Я сразу не допер до него. Ладно, понятно. Что-то... как я его мог не заметить вообще? Не понимаю. Ладно, двигайся. Твою мать. Понеслась, а. Блин, что творится? Ёбнули, что ли? Так, да, нам надо сохраниться, потому что я выходил из игры. Ну! Приехали. Что, спрыгать надо? Так, давайте там посмотрим, что. Воу-воу-воу-воу. Сердечки я подниму, а все остальное нах. Так, нам это не поможет. Отлично, выход. Фак. Подавился и подох. Нам нужны аптечки. Просто. О-о-о-о. Проклятое место. Смотрите, еще один. Бля, даже под водой не успокаивается. Ой-ой-ой! Блядь, да он здесь вообще ни хера не бегает, тварь. Ну ты еще, блядь. Начал способность еще показать подводные. Так, одну погрузили. Ну, где вторая? Стопудово летает. Тварь. Ну нах! Под лед попал сразу же. Стоп.
Нихуя, блядь! Да пиздец! Да, я славу свою обратно беру по поводу этого маньяка. Ух ты. Слушайте, интересно, как этот лед топить-то? Сердечко. Двоих запилил. Что за нахер? Так, там больше ничего нет. Да пиздец вообще, как они, суки, заебывают, а? Блядь, ко дну не помню. Твари, а? Это и выход уже. Ох, ну что ж, друзья, с вами был Сафер 33 на канале про Gamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.